Союз чемпиона. Зажигается огонь, в полном зале в темноте. Свет сливается со льдом, открывая дверь мечте. Зритель замер, чудо ждет, и сердца все бьются в такт. Начинают свой полет чемпионы на коньках. Это союз чемпиона. Союз чемпиона. Союз чемпиона. Это единая сила. Зрители на стадионах и фигуристов на льду. Мы дышим синхронно. Вместе мы непобедимы. И наш союз чемпиона объединяет страну. Союз чемпиона.
Добрый вечер, Москва! Добрый вечер, ВТБ-арена! Мы приветствуем вас на нашем потрясающем шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко. И сегодня ведущими для вас будет продюсер, бизнесвумен и фея крестная ангелов Плющенко, а также продюсер шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская. И двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата России Елена Родионова. Для вас выступят поистине легендарные фигуристы. Некоторые из них уже завершили свою спортивную карьеру, а за некоторым мы с замиранием сердца продолжаем следить на международной арене, где наши спортсмены – безусловные лидеры. Юные звездочки, герои Олимпиад, ученики легендарных тренеров и фигуристы, во время выступления которых замирает миллионы сердец болельщиков, сегодня для вас в Москве. А начнем мы наше шоу с самой маленькой звездочки. Ей всего лишь 9 лет, но у нее уже самый сложный контент. Такой же, как у Алины Загитовой на ее Олимпиаде в Пхёнчхане. Она прыгает все каскады 3-3 и даже с тройным Ридбергером. Маленькая, уникальная и неповторимая. Одна из самых сильных девочек своего возраста в мире. Ученица ангелов Плющенко. Встречайте, София Сарновская! Я люблю свою родину до слезы. Я люблю свою родину до слезы. С самых первых своих шагов я к тебе испытала эту любовь. С первых мыслей и первых слов я узнала, как сильно мне повезло. По прошествии многих лет чувства к тебе стали лишь сильней. Все, что нужно для счастья мне, это радость от жизни в моей стране. Я люблю свою родину до слезы, до мурашек по коже от гордости. Это лучшее место на всей земле, это счастье жить здесь и оставить след. Не мешают тебя любить, хотят эти чувства мне запретить. Говорят, что нельзя так жить, будто стыдно в России счастливой быть. Но запреты не для меня. Знай, вовек не угаснет любовь моя. Невозможно жизнь без тебя, моя родина, моя Россия. Я люблю свою родину до слезы, до мурашек по коже от гордости. Это лучшее место на всей земле, это счастье жить здесь и оставить след. Я люблю свою родину до слезы, до мурашек по коже от гордости. Это лучшее место на всей земле, это счастье жить здесь и оставить след. Моя родина, моя Россия. Моя родина, моя Россия. Я люблю свою родину до слезы, до мурашек по коже от гордости. Это лучшее место на всей земле, это счастье жить здесь и оставить след. Я люблю свою родину до слезы. Браво, Соня! Спасибо тебе за такой нежный номер. Следующая наша фигуристка, несмотря на свой юный возраст, уже настоящая легенда российского фигурного катания. Серебряный призер чемпионата Европы. Первая в истории олимпийская чемпионка по фигурному катанию в личном зачете. Аделина Сотникова и Дима Билан. Thank you.
конце пути. Замри и молча мне в глаза смотри. Я так хотел писать тебе все эти песни о любви, но я могу писать их только, когда я один. Прости, что я не оправдал себя, что я совсем не идеал, знаю, а ты так ждала. Да, это так, но преданных предают, и мы нашли здесь свой приют, оставив себя. Люблю тебя так сильно я, да. Ты мой океан, мой космос, моя вселенная, необыкновенная. Думай, когда я молчу, что мне нечего тебе сказать. Я слишком сильно люблю тебя. Я знаю, как могут ранить слова. Я ранее был ранен, ранен, ранен. Ранее был ранен, ранен, ранен. Ранее был ранен, ранен, ранен. Скажи, кем станем мы в конце пути? Аделина Сотникова, ее женское пронзительное катание. И Дима Билан, и его океан. Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка. Сочи 2014. Наверное, сейчас нет ни одного зрителя в зале, который не болел за этого фигуриста. Он серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира и трехкратный чемпион России. Встречайте, Михаил Каледа!
Браво! Михаил Калида, ученик Алексея Николаевича Мишина, и Евангелина Мельникова. Студия балета «Галина Балерина». Номер сделан специально для шоу «Союз чемпионов». И сейчас выступит один из самых моих любимых фигуристов. Он всегда артист на льду. Я очень люблю его выступления и всегда за него болею. Чемпион России, чемпион Европы и просто потрясающий человек и фигурист. Встречаем! Дмитрий Алиев! Спасибо тебе за этот номер. Сейчас будет очень важный и очень особенный номер. «Журавли». Номер памяти. Дмитрий Билан, Евгений Плющенко, Ангелы Плющенко, «Журавли». Солдаты.
кровавых непришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Дима Билан, Ангелы Плющенко. И, конечно, аплодисменты маленьким балеринам студия «Галина Балерина». Ну, а сейчас у нас чемпион России, чемпион Европы и олимпийский чемпион в командных соревнованиях только что прошедшей Олимпиады в Пекине. Один из самых артистичных, самых харизматичных фигуристов на льду. Встречайте! Марк Кондратюк! Восторгом пропадаю,
пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. И тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Марк Кондратюк. Друзья, вы могли сейчас видеть два четверных Салькова в программе Марка. Я правда не знаю, что ожидать от нашей следующей фигуристки. Ведь всего пару лет назад она первая фигуристка, исполнившая в одной программе два четверных прыжка. А уже в этом сезоне в ее олимпийской программе их было целых пять. Это была ее цель, и она к ней пришла. И вряд ли кто-то сможет перебить ее пять четверных. Итак, двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер Олимпийских игр Пекина. Встречайте, русская ракета Александра Трусова!
русская ракета, королева четверных прыжков. И просто потрясающая девушка. Александра, кстати, исполнила свою короткую олимпийскую программу «Фрида». 5 четверных прыжков, друзья. Это не делал никто в мире из женщин. Ну что, я хочу представить талисман нашего шоу. Потрясающий артист, композитор и музыкант. Самый ротируемый сейчас артист в России. Встречайте, «Шаман» и... Нас ждет сюжет композиция «Встанем» и номер Александра Плющенко. Александр – участник мировых шоу и со своими номерами уже объездил более 15 стран. И несмотря на свой столь юный возраст, уже обзавелся большой армией поклонников. В его социальных сетях, где его ник Акагном Гномыч, следят более 1,5 миллиона человек. Александр Плющенко, «Шаман», «Встанем», «Героям России» посвящается. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним встанем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем, песню затянем. Встанем, и бьется сильней в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах. Да. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
Александр Плющенко. Ого! И его звездопад игрушек. Вот это да. Спасибо, Шаман. Спасибо тебе за этот потрясающий трек. Спасибо вам большое. Родные, благодарю вас, отцы. А следующий наш участник – серебряный призер чемпионата Европы и двукратный вице-чемпион России. Встречайте, Александр Самарин. Сейчас я хочу представить бунтарку на льду. Девушка, которая постоянно меняет свои образы, которая постоянно ищет себя. Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная и Дима Билан. Ну что, давайте почувствуем тепло, разливающееся по телу. Бегущий по вене. Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Мы этот мир что? С тобой. А можно громче, а? Пожалуйста, скажи, зачем? Держи, yeah, yeah.
ночь. Что? С кем? С тобой? Почти. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Нужны! Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой мы отдохнем. С тобой вдвоем. Держи, держи, руку мою держи. Что хочешь, скажи. Спасибо, Дима, вам за этот номер. Весь зал танцевал вместе с вами. Это действительно было ярко, классно. Спасибо. Эти аплодисменты вам. Следующая наша юная звездочка тренируется в Академии ангелов Плющенко. Она финалистка юниорской серии Гран-при, а также в одной программе исполняет 3 четверных прыжка. Встречайте, Вероника Жилина!
Вероника Жилина. Маленькая, но очень артистичная и очень техничная. Одна из самых сильных юниорок в мире, друзья. А мы продолжаем. Сейчас перед вами выступит ученица Академии фигурного катания Евгения Плющенко. Она уже чемпионка Москвы, она уже чемпионка России по младшему возрасту. И ее зовут София. Невероятная, потрясающая, юная звездочка фигурного катания София Титова. И сейчас я рада пригласить сюда, на этот лед, потрясающего, невероятного Диму Билана и Анастасию Мардюшеву и Константина Гаврина. Друзья, можно вас услышать? Потрясающая энергия сегодня в этом зале. Незабываемый вечер. Уверен, сам видел. Не знаю, насколько это красиво. Чемпионы, это действительно так. И очень отрадно быть причастным к этому невероятному
шоу. Спасибо. Настя, Костя, одна из самых красивых, техничных пар спортивных в мире. Сейчас перед вами выступит чемпион России, чемпион Европы Дмитрий Алиев. И исполнит он невероятную программу «Вальс Хачатуряна» из кинофильма «Маскарад».
потрясающая программа, которая стала шедевром в фигурном катании. Но сейчас у нас будет еще один элегантный номер, и я не побоюсь этого слова. Одна из самых лучших программ в мужском одиночном катании от серебряного призера Олимпийских игр Михаила Калиды. Посвящение Нуриеву «Белый ворон». Михаил Калида, ученик легендарного Алексея Николаевича Мишина. Ну а мы продолжаем. Встречайте Александра Трусова совместно с тренером Академии Ангелов Плющенко Дмитрием.
Спасибо большое, для меня это большая честь. Спасибо. И сейчас перед вами выступит двукратный бронзовый призер чемпионата России среди юниоров. Я очень люблю эту фигуристку, потому что она потрясающе красиво катается. София Муравьева! Tell you what to do, how to look, smile, act, and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something, girl. For every tear the world makes you cry, hold on to me. I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them, this is me and thanks to you I'm proud. Go on now, tell. Чувственная, короткая программа. Браво! Спасибо! А сейчас перед нами выступит
чемпионка Европы, чемпионка мира, императрица Елизавета Туктамышева. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void, or do you find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Потрясающая, очень женственная Елизавета Туктамышева, ученица Алексея Николаевича Мишина. А впереди нас ждет еще один очень красивый номер от Александры Степановой и Ивана Букина. Услышав радостную весть, любовь хотела навесны. Твой образ заново воскрес, хочу гротеск и весны. Твое коралловое платье и длинный шлейф забытых дней ведут любовь мою к соблазну, и наша страсть еще сильней. И я беру тебя за руку, прости, за что простить не мог. Кидаю на спину разлуку, даю твоей любви урок. Мы давно с тобой стали неделимые, ночь рваные.
очень длинные, длинные. Мы давно с тобой устали, неделимые. Ночи рваные, длинные. Наши чувства до безумия ранимые. Ночи длинные, длинные опять. Прошу тебя, не прикословь, не говори, что ерунда. Я верю, первая любовь разрушить может города. Вернет забытые закаты, уставший день, где я увяз. Зеленый взгляд, вы виноваты, и поцелуй, не торопясь. И я беру тебя за руку, прости, за что простить не мог. Кидаю на спину разлуку, даю твоей любви урок. Мы давно с тобой стали неделимые, ночи рваные, длинные. Наши чувства ты безумия ранимые, ночи длинные, длинные. Мы давно с тобой стали неделимые, ночи рваные, длинные. Наши чувства ты безумия ранимые, ночи длинные, длинные опять. И Иван Букин. Одна из самых красивых пар не только России, но и мира. Спасибо, ребята. Ну что, а следующий наш номер, он тоже очень трогательный. Сделан вместе с нашим другом, девушкой-мечтой, которая помогает много-много лет нашим ангелятам и является большим амбассадором вообще мечты, любой детской мечты, потому что она очень любит дарить игрушки. Встречайте, Дима Билан, Ангелы Плющенко, Алиса Лобанова, мечтатели! Я с тобой мечтатель, мы такие разные, просто не похожи на других. Мы с тобой мечтатели, мы с тобою счастливы, разделяя небо на двоих, разделяя небо на двоих. Помнишь, как все это было? Старые снимали фильмы, но всегда по-своему. Фейерверками играли лучшие. Отдать мечтали мы великолепному через пальцы дни. Пропускали мы и живой водою наполняли мир, надеюсь. Мы с тобой мечтатели, мы такие разные, просто не похожи. Счастливы, разделяя небо на двоих.
все это было. Мы ветрами в небе плыли вдаль, почти как облака. Падали и вновь взлетали, просто песни сочиняли мы. Эти уши, услышать вас, правда. Можно вас услышать? Ну давайте вместе, вместе, вместе! Спасибо! София Титова, Мария Мазур, Софья Сарновская, Илья Мавлянов, Марк Лукин, Никита Сарновский, Кирилл Сарновский, Вероника Жилина. А также спасибо Милане Горецковой и Александру Плющенко. А сейчас очень волнительный момент. Этот человек – мировая легенда фигурного катания. Столько титулов, сколько у него, нет ни у кого в мире. Он прошел 4 олимпиады и в 4 завоевал 4 олимпийские медали. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 3-кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы, 10-кратный чемпион России. Встречайте, Евгений Плющенко! И его номер «Россия! Россиюшка!» Все мы понемногу Русь купили. Это часто видели враги, били, били, дураков плодили. Вот и некому теперь ее спасти. О, Россия! Россия! Россиюшка! Ну, вставай! Вставай же с колен! Знаю! Знаю, что есть еще силушка! Сколько ж ты натерпелась измен! Жить в России
жить без России? Да неужто так сможем мы жить? Купола над Москвой золотые, мы как свечи дадим погасить. Сколько ж ты натерпелась измен? Жить в России, а жить без России? Да неужто так сможем мы жить? Погасить. Евгений Плющенко, самый титулованный фигурист планеты Земля, и он из России.